Всем приветики. Ой, ё-моё. Сегодня даже не снимала. Вот решила сейчас записать, пока иду на Советскую. Короче, была на вождении. Потом у меня урок был. Мы с ним тесты разбирали. Новую тему никакую не писали. Но тесты разобрали по поводу этого. Оказание первой медицинской помощи. Вот. Но я так думаю, что это получается и как бы и есть новая тема. Вот, сегодня товар развозили с Колей. Думала, с Ритой нет, и он сегодня на городе был. И как-то график у него такой поспокойнее. Вот мы вместе развезли. А сейчас он... Я ему звоню, говорю, что заберешь меня? Он говорит, да. Я выезжаю с завода. Я такая, о, классно. Ну, я иду пешком сюда на Советскую. Чтобы там не торчать возле этой школы, не сидеть. Так через рынок пошла, что-то город весь в смоге. Вот, короче, Витюня где-то гуляет. На улице тепло. Хорошо, я как бы прогуливаюсь заодно. Офигеть, еще на улице продают фрукты и овощи. Сегодня еще подписала эти договора, которые на обучение. Ну, немножко переживаю там, потому что ситуация в России какая-то нестабильная. Постоянно что-то, какие-то изменения, то все. Мой набор, который мне Коля подарил. Классно, короче. Ой, сейчас лишь бы его не это, не просмотреть. Так, он сказал идти в сторону Дениса. А по какой стороне? Я так и не поняла. В сторону парка. Ну вот, буду по Советской сейчас идти. В сторону парка. Да позвонит, наверное. Ой, в туалет хочу. У меня уже из-за того, что переполнен мочевой, болит живот. Низ. Не знаю, смотрю на себя. Мне прям уже кажется безобразно толсто. Надо что-то делать. Срочно. Так. Все, я вышла на Советскую, иду по Советской. Вот, я иду туда. Везде люди, смотрят, типа, чего она там пишет. С телефоном разговаривает. А мне пофиг, я с вами разговариваю. Так. Ну и где BMW пятерка? Магазин. Магазин. Красный светофор впереди. Так что можно постоять. Блин, пока... О, звонит.